операции. Сразу видно, что вот это выше, да? Видно сразу. Значит, вот это тоже надо положение выправить. То есть вот здесь мы выправили, здесь кишечник лег. Теперь вот это положение надо выправить, чтобы он распределился так, как надо. Значит, что мы делаем? Значит, то же самое. Но в этом направлении. Лежишь, нам надо приподнять вот эту косточку. Значит, для начала можно не давить ничего, просто здесь держишь, а сюда давление раз и подождать. Посмотреть, насколько связки жесткие. Если пойдет, вот оно пошло, вот слушай себя. Слышишь, что происходит там? Здесь зафиксировано. Вот тут что происходит, слышишь? Расслабляется. Расслабляется. Поплыли связки. Значит, нормально. Теперь вот дави коленкой сюда в руку. И расслабься. И еще раз. И расслабься. Вот теперь проверяем. Смотрим. Почти выровнялось, да? Немножко осталось. Вот это чуть-чуть великовато. Лечим воспаление, это будет надолго. Не лечим воспаление, надо 5 минут корректировать. Значит, опять теперь минут. Здесь то же самое. Сюда дали коленкой. И расслабляйся. Ну вот это я обожаю вот это вот. Настолько еще раз. Легко становится вот здесь. И почти. Расслабляйся. Когда до меня его руки доходят, все. Я обещал красный. Да. Вот теперь смотрите, вот он лежит. Смотрите, все ровно. Значит, единственное, что у него еще там. Да. Неправильно. Угу. Да? Да, там есть. Сейчас он поправит.